Всем привет! Сегодня мы едем в Обнинск. Начинается наш осенний тур. На улице 14 градусов или 12 градусов, поэтому я в своем супер теплом спортивном костюме. И на самом деле я не в очень ресурсном состоянии сейчас. Мне надо как-то максимально собраться и сегодня отыграть круто. Это сложно, но я постараюсь, я же профессионал. Приехали в Обнинск, и вся наша поездка сводится к тому, что мы ходим по местам детства нашего гитариста и моей мамы. Гитарист молод. Молод и туп. Места молодости, я бы даже сказала, не детство. Костя с Пашей уже приехали, а Жора застрял с корейцами на работе, поэтому, возможно, 90% вероятность, что мы будем играть сегодня под электронные барабаны, что не очень... Меня радует. А пока мы ходим по местам молодости вышеупомянутых людей, покажу вам, как сегодняшнее утро провел наш басист Константин. Смотрим. Сегодня снова 3 сентября, и мы движемся в Обнинск. У нас запланирована сегодня отличная движовая программа. На завтра тоже, но там Владимир, сегодня про Обнинск. Если вам видно, мы как раз вот и в него и въезжаем. Паша подхватил меня в Наро-Фоминске. Вот, скоро будем на месте. Отчекаемся и будем давать отличное музло, отличную энергию. Лучший город Земли – Обнинск. Вы знаете, что это лучший город Земли. И все, кто там живет, лучшие люди города Земли. Города Земли. Аня меня попросила немножко рассказать про всякие штуки, которые происходят вокруг. Не конкретно сейчас, да, вокруг происходит движение Земли, а про то, что вообще происходит. Вчера репетировали, сегодня мы едем выступать, завтра мы едем выступать. У нас насыщенная программа концертная, будем играть для вас. Приедем в город, погуляем и еще что-нибудь расскажем. Боже мой, какая... Прибыли в Обнинск. Здесь тут фонтанчики, вода идет снизу, сверху, иногда дождичек. Заехали, посмотрели клуб. Видос с клубом будет попозже, как раз Анька все там наснимает. Вот, мы посмотрели, тут подлодочка была, походили, торговый центр. Интересный, красивый город. Пошел дождь, мы сидим в машине. Пытаемся доехать до Мака, как всегда. Все в сборе, ну кроме Георгия, который застрял с корейцами. Я сделала посвящение. Еще полчаса до чека. Мы, как всегда, очень рано. Не всегда, ну часто. Часто рано. А что-нибудь сказать перед концертом? Надо купить воды. Воды. Мы ехали-ехали, наконец приехали. А потом гуляли-гуляли-гуляли-гуляли-гуляли-гуляли в клуб, да. Если что, это панк-группа Георги. Есть такая группа панковская, Георги. Список песен нашего осеннего тура. Это специально эксклюзивная информация. Вот это и не смотрите. Это мы не играем. Вот. Это специально эксклюзивная информация для посетителей моего YouTube-канала. Ну, конечно, мешают. Где здесь ЦМ? Где до? У тебя здесь. У тебя такой строй. Пятую. Ладно. Ага, третью сторону сверху здесь не знаю. Вот здесь что, пожалуйста? Бочка.
Точно бочка? Там бочка, бочка прямая, там везде бочка. Должно все хорошо получиться, потому что владелец сказал, что концертов давно не было. О! Привет! Добрый вечер! Мы идем в Магнит. Нет, это реклама, напишите. Мы идем в магазин, чтобы купить еду нам на нашу вечернюю поездку домой. Домой. Мы отчекались. Без Жоры очень грустно. Я тут постоянно покупатель. Здравствуйте. А ну ко мне. Пехота. Я не Коля пришел. Иначе сейчас уйду. Деньги на бочку. Раз, два, три, четыре. Наклоны вправо, два. Влево, три, четыре. Еще раз вправо, два, три, четыре. Вперед, вперед, вниз, вниз. Только если ночь была одна, ты мне мог помочь, но теперь вы нет. Прошу остаться недолго, а утром сделаешь больно. Максимально громко, как только можете кричать, парни! Ой, что это за мощь, парни? Я знаю, вы можете лучше. Давайте теперь дадим шанс девчонкам, девчонки! Вот век феминизм! А теперь парни! Парни стесняются, мне кажется. И девчонки! Девчонок, наверное, меньше, но мы победили, я считаю, это было круто. И песни за этой историей буду снимать сейчас упорами. Только всем запомнят все эпитеты точно. На английском или на русском? На русском. Отлично, потому что весь сет дальнейший на русском, вы как знали. Ла-ла-ла-ла. Все очень просто. Давайте, отлично, 3-4 вместе. Ла-ла-ла-ла. Молодцы, а теперь вы и... Ла-ла-ла-ла. Супер. Мы следующую песню споем вместе. И снова эти строки что? Это было прекрасно. Я снимаю на телефон, потому что села камера. Настолько это было прекрасно. Костя, звезда этого вечера. Всех вечеров. Как концерт. Отлично. Я немного устал. Вот. Нет, на самом деле, Обнинск прекрасный город. И ребята здесь вообще отлично зажили. Так что два пальца вверх. Этому влогу тоже нужен палец вверх. Екатерина, наш постоянный зритель, ведущая наших стримов. Я устала. Нас просили опять на бис, миллион песен. Доброе утро. Наступил следующий день. Сегодня мы едем во Владимир. Будет второй концерт нашего тура, осеннего, большого осеннего тура. Вчерашний концерт в Обнинске был очень классный. Большое спасибо всем, кто пришел, всем, кто нас поддерживал. Вы такие классные. И мы очень надеемся, что вернемся в этот город еще. Ну, мы вернемся, только вопрос времени. Собираюсь сейчас косметика. И в чем я буду сегодня вступать? В принципе, это всегда просто вопрос футболки. У меня много-много разных классных футболок. Сегодня я думаю, что я буду в желтом цвете. И мое розовое худи. Надо, кстати, уже избавиться от всех вещей, которые здесь. Но розовое худи. Тепленькое. Мужской отдел, кстати, удобное. Сейчас почти 11 утра. У нас сбор в 12 в какой-то точке в Москве. И мы поедем все вместе. Жора уже пьет. Жора отходит после вчерашнего. Как твои корейцы вчера? Стоили они пропущенного концерта? Let's go! Да.
А мы приехали. А, или... а в Новомосковск мы тоже ездили? В Новомосковск, да. Первый раз, когда мы поехали всей толпой вместе. А, давай, когда-нибудь. В Тулу и в Тверь. В третий раз мы поехали все вместе. Ну, значит... Вот это Владимир. Да. Мы едем кушать. Тверь нам... Идем. Не едем. Нет, ну я имею в виду эмоционально дрыгаться так, чтобы им понравилось. Эмоционально дрыгаться? Да, как раз. Анна Дарк – это группа, которая эмоционально дрыгается. Всю жизнь просто. Мы не на сцене такие, это по жизни просто. Да, все как эмоционально мы дрыгаемся. Это... Ура! За удачный концерт? Да. Спасибо. Тургруппа Анна Дарк. А чек у нас будет в 6:05. Очень хорошо на меня влияет музыка и поездки всякие вот такие с выступлениями, потому что у меня вчера вообще было ужасное настроение и вообще нересурсное состояние. А сейчас получше. Вот, так что мне прям надо ездить в тур и жить, видимо, на чемоданах. И выступать. Много выступать. И писать. Самое сложное в туровых поездках – это дорога, потому что ты сидишь, и твои мышцы атрофируются. И да, потому что ешь... Нельзя все время есть в Макдональдсе, когда это несколько концертов подряд. А когда ты пробуешь какие-то кафе вне читки отзывов, и в принципе кафе... Ну, в общем, мы были в кафе, мне не понравилось. Тебе понравилось? Мне нет. Я бы не пошла еще раз. Музыка хорошая, потрясающая. Люди ходить на концерт. Да. Движ, эмоции. Качаем. Качаем. Это Паша стукала в детстве. Это Паша стукала в детстве, а это Паша стукала сейчас. Я падаю. Что-то мне нехорошо. Мне нужно что-то сладкое съесть. Меня потрясывает. Если вам... Ой, собачечка. Псик. Ты, ой, какой хороший пёсик. Идем в венскую кофейню спасаться от гипогликемии. И это только... только чек. Мы пытаемся писать Инстаграм. Нам нужны подписчики. Нам очень нужны подписчики. У меня еще руки трясутся. Давай, включай всю свою каллиграфию. Аннеть. Дарк. Самый лучший концерт. Нет, прыгали. Это мне хороший. Первый концерт у Владимира больше понравился. Ну, мало народу все приходит. По-моему, тоже план был Хэллоуин. Но здесь, конечно, люди пришли покушать, а не нас послушать. Какие-то комментарии. Да, отлично, попрыгали. Ну, что ж, бывает и поспокойнее концерты, бывает и поактивнее. Сегодня были чуть поспокойнее. Все хорошо. Да, много было сидячих, поэтому все сидели. Ну, потом-то они прыгали. Что ты снимаешь?